Привет, друзья! Сегодня на канале Гаджетоман обзорчик у нас вот такого прекрасного микрофона. Немножко предыстории. Если вы видели мои предыдущие видео, я пытался найти такой самый приемлемый для себя вариант для камерного звука. У меня были там эксперименты с камерой GoPro и с адаптером специально звуковым, который крепится к этой камере. И петличный микрофон был, и радиомикрофон, и студийный микрофон у меня был. Поэтому я все думал, как вот такое вот решение, которое, как, что выбрать себе, чтобы это было удобно, компактно и не сильно загромождало, утяжеляло камеру. В то же время можно было использовать и дома при съемках, и при съемках на улице, потому что, ну, петличка, понимаете, что тут цепляется, если это радиомикрофон, это провода, это что-то висит, это не совсем удобно. Выбирал, так сказать, самый оптимальный вариант, то есть я остановился на таком шотгане, который так называемый микрофон-пушка, который будет иметь более-менее узкую направленность, вот, и в то же время достаточно компактно, чтобы можно было разместить на камере. Смотрел микрофоны Rode, Boya, там еще много разных, вот, разных, и там же куча модификаций, не только так, одной фирмы. Вот я остановился на вот таком вот микрофончике Boya VM600, который вот недавно мне подогнали, и считаю, что тут, судя по обзорам таких же блогеров, что это достаточно удобная и качественная штука для записи звука вот на расстоянии. И тем более он имеет встроенный усилитель, фильтр низких частот. То есть достаточно не просто микрофончик, который вы вставили там в этот самый, а достаточно мощное и удобное устройство. И главное, качественное. Давайте посмотрим, что же внутри. Так, вот такая пришла ко мне коробочка. Значит, очень аккуратно сделана, красивенькая такая. Плотно все описано. Boya, шотган, микрофон. Где-то тут даже был этот частоты 35-18 килогерц. Тра-ля-ля. О, даже этот самый есть, голографическая наклеечка, которая гарантирует, что вы купили оригинальный Boya. Так, открываем. Инструкция. Инструкция на английском языке. Так. Внутри. Опа. Вот он. Вот он, тот самый микрофончик. Тот самый микрофончик. Значит, что мы тут имеем? Тут у нас есть включение-выключение. Я говорил, что микрофон активный, то есть ему нужно, требуется питание. Потом усиление. Встроенный предусилитель есть от 0 до плюс 10. И фильтр низких частот. Так. А ну-ка. Вот это, конечно, крепление к камере. Немножко как-то оно... Я не знаю, как оно будет при тряске. Вот. Ну, вроде бы, как бы, достаточно крепкое. Тут у нас не снимается проводок и, собственно, идет к камере. Давайте пробуем снять и посмотреть, что у нас тут. Тут у нас стоит конденсаторный микрофон. Такие вот прорези для звука по сторонам. Ну, сделано очень качественно. Очень качественно. И вот такая вот у нас идет ветрозащита. Так. Дальше. Пошли. Здесь у нас... О, вот здесь у нас это от ветра мохнатка, так называемая, которая в этом микрофоне... Сразу скажу, одевается на сверху на вот это. То есть не так, как в микрофонах аналогичных других компаний. Здесь одевается именно на сразу на вот этот вот, на эту накладку. Так, это все. Что у нас еще остается? Мешочек. Мешочек для переноски. Такой себе софьяновый, ха-ха. Так,
гарантийка и, собственно, все. Едем. Все. Так, ну давайте пробовать. Давайте пробовать. Сейчас мы это все сложим. Давайте пробовать. А ну-ка вот так вот сейчас заценим. Это уже сейчас звук идет не через этот, не через микрофон камеры, а через этот VM600 без всякого усиления. Вот так вот взял и подключил, и все. Как бы вы можете оценить разницу в звуке, что лучше с камерой, или говорю сейчас одинаковым уровнем голоса, что лучше с камерой или через этот микрофон. Ну, для полноты картины хочу протестировать сейчас, как будет записываться звук на природе. Вот сейчас я нахожусь на даче, как бы за мной микрофон, сейчас пишется только звук на микрофон камеры, за мной сзади глухая стена, ну, небольшие звуки природы, если вы слышите. И давайте сравним, вот как сейчас будет без микрофона и с микрофоном. Сейчас без микрофона. Запись на встроенный микрофон камеры. Я начну обходить по 360 градусов вокруг камеры и посмотрите, как пишется звук. Я обхожу расстояние примерно здесь метра, наверное, 2,5, максимум 3. Вот, и я обхожу по кругу вокруг камеры, не меняя тембра голоса и громкости. То есть примерно вот так вот я обхожу вокруг камеры. Вы можете слышать разницу в изменении звука, если я нахожусь разных. Вот я сейчас с противоположной стороны камеры. Можете услышать, как меняется голос. Обхожу вокруг, и сейчас вот по кругу я опять медленно начинаю входить в кадр. Это уже расстояние 2,5-3 метра, то есть примерно вот так это звучит. Сейчас до камеры примерно здесь 2,5, максимум 3 метра, скорее всего даже 2,5. Запись звука уже ведется на микрофон VM600 фирмы Boya. С той же интенсивностью, та же громкость, те же условия, без ветрозащиты, потому что как бы сейчас ветра абсолютно нет. Полнейший практически штиль. И я начну обходить по 360 градусов вокруг камеры. Вы послушайте, как меняется запись звука. Тот же тембр. Также я обхожу вот 360 градусов в направлении в сторону камеры голос. Так вот раз вокруг. Это я нахожусь уже за... Вот сейчас строго 300 на 180 градусов с тыльной стороны камеры, тоже расстояние, тот же тембр голоса, ничего не меняется. И сейчас вот выхожу, на исходную позицию. Значит, еще уточню, что эта запись была выставлена усиление на самом микрофоне плюс 10 дБ. Считаю, что это будет максимально оптимально для меня. Вот. Давайте послушаем теперь разницу. Теперь опять-таки те же условия. До камеры примерно 2,5-3 метра. Микрофон Boya включен, но усиление его выставлено на 0, то есть отсутствует усиление громкости записанного сигнала. Я сейчас начну обходить вокруг камеры. Послушайте разницу, как изменяется тембр звука. Я говорю строго в сторону камеры и при этом обхожу на 360 градусов вокруг камеры. Я сейчас вот сейчас я нахожусь строго на 180 градусов, тоже расстояние, но с обратной стороны можете услышать, как записывается звук. И иду дальше вокруг. Вокруг дальше иду, и вот такое вот обратно выхожу на исходную позицию. Вот послушайте, как вам понравилась разница в звуке. И еще один вот такой небольшой тест. Я хочу сделать это расстояние в два раза больше, то есть примерно метров, наверное, 5-6. Вот. Интересно, как будет меняться, ну, как вы ощущаете, как вы слышите разницу в звуке и качестве его вот примерно на таком расстоянии.
Пишите обязательно в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Еще раз на той же дальности, теперь уже с включенным усилением микрофона плюс 10 дБ. Вот на таком вот расстоянии порядка 5-6 метров. А, наверное, да, метров 5-6 точно есть. Вот. И попробуйте теперь сравнить, где лучше и качественнее звук получается. Я стою строго против, нормальным абсолютно голосом, не крича. То есть, как обычно, уровень громкости обычного человека при разговоре. Я бы даже сказал, даже тихо для меня. Так, ну, отсмотрел я снятый материал. Лично мне этот микрофон очень нравится, но, скорее всего, что подходит, и оставлю его себе. Видите, как изменяется динамическая картинка звука, то есть звук расширяется очень прикольно и гораздо лучше, чем даже тем с петличным микрофоном или с этим со студийным. Вот. Лично мне очень понравился микрофон. Так что могу рекомендовать. В принципе, недорогой, не так как там известные бренды, но качество очень хорошее. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.